Всем добрый вечер. Завтра наша страна будет отмечать праздник – День Великой Победы. Этот праздник всегда напоминает нам о том, что пришлось пережить людям в то страшное военное время. Мы помним и чтим тех, кто шел навстречу смерти ради спасения нашей Родины. И сегодня поздравления и слова благодарности я посвящаю вам, уважаемые ветераны, труженики тыла и дети войны. Спасибо вам за мирное небо над головой. Спасибо вам. Спасибо за все. С праздником! В честь Дня Победы во Дворце культуры имени Ивана Ивановича Наймушина 2 мая состоялся фестиваль-концерт, посвященный творчеству Ольги Бергольц. Говорит Ленинград. Из 93-х 36 человек приняли участие в гала-концерте. И сегодня приз зрительских симпатий от рук мэра города Усть-Илимска Анны Игоревны Щекиной получает учащийся городской гимназии номер 1 Татьяна Артамонова. Аплодисменты! Ha ha ha!
живущему мертвые мстят. Все знают, все помнят, а сами молчат, молчат. Thank you.
Thank you.
Поздравляем дружин Коптюла, детей войны.
светили на сне фонари, которым он пышные шапки дали. А где-то в распахнутом настежь окне горел мягкий свет, и словно во сне летели снежинки на свет в окне том, под музыку, что напевал патефон.
слова бесконечно дороги сердцу каждого из нас. Проходят годы и десятилетия, рождаются и вырастают новые поколения. Но эти годы, эти волнующие, озаренные пламенем великой битвы дни, никогда не изгладятся из нашей памяти. С Днем Победы!